Вахта трехлистная. Многолетнее травянистое растение с толстым, ползучим, членистым, в верхней части приподнимающимся корневищем. Обладает желчегонным, обезболивающим, противосудорожным и ранозаживляющим действием. Особенную ценность имеют общетонизирующие свойства горячей вахты трехлистной. Распространение растет по всей европейской части России, кроме самых южных районов, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, изредка на Кавказе, более обычно в северных районах. В массовых количествах произрастает по заболоченным местам, низинным и переходным болотам, топким берегам, заболоченным лесам, зарастающим озерам, канавам и кюветам. Иногда местами образуют обширные заросли. Химический состав. Фармакологические свойства препаратов вахты трехлистной обеспечивают горькие иридоидные гликозиды, лаганин, сверозид, лаганетин, фолиаментин, миниатин, мелиатин, дигидрофолиаментин, ментиофолин. Также в листьях содержатся флавоноиды, рутин, гиперозид, трифолин, алкалоиды, генсеянин, генсеянидин, генсеятибетин, дубильные вещества, 3,7%, тритерпеноиды, бетулин, бетулиновая кислота, витамин с до 110 мг, пектиновые вещества, холин, сапонины, макро- и микроэлементы, накапливает селен и марганец. В корнях инулин, горечь мелиатин, дубильные вещества, бетулиновая кислота, сапонины, пектиновые вещества и следы алкалоидов. В траве обнаружено значительное количество йода. Кроме того, в надземной части растения обнаружены стероиды, спинастерин, стигмастин 7-мел, кумарины, скопорон, брайлин, скополетин, флавоноид трехгалактозид кемпферола, а в корневище тритерпеноид миниантозид. Фармакологические свойства. Препараты вахты в форме настоя, горькой настойки или чая применяют при заболеваниях печени и желчных путей в качестве желчегонного средства. Кроме того, горечи, раздражая вкусовые рецепторы ротовой полости и языка, рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока при гастритах с пониженной кислотностью, а также возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. Листья вахты трехлистной входят в состав аппетитных, успокаивающих желчегонных, мочегонных и слабительных сборов. Применение в народной медицине. Очень широко применяют в народной медицине во всех странах Северного полушария. Полезные свойства вахты используют при малярии, геморроидальных кровотечениях, туберкулезе легких, кашле, при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных путей, а также как слабительное и глистогонное средство. В народной медицине листья используются и при других заболеваниях как жаропонижающее, ранозаживляющее и противоаллергическое средство. Противопоказания и побочные действия. Нельзя принимать при повышенной секреции желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.